26 января в Доме музыки прошел большой концерт ансамбля «Александрова», второе отделение которого полностью состояло из произведений разных стран и континентов, где с гастролями побывал краснознаменный ансамбль. В том числе и прозвучала знаменитая «Арагонская хота». Хота из сарсуэлы «Ла Долорес». Для вас поет лауреат международных конкурсов Владислав Голиков. Владислав Голиков.